Вот сейчас ставлю 100 тысяч сатоши на трон за одну ставку, да, и посмотрим, сколько он даст. То есть, грубо говоря, в 1,5 раза, да, умножает. Две ступени проходим, удваиваем. И это прекрасно. Присоединяйтесь, играйтесь. Играйтесь, развивайтесь. Ну да, понятно, учитывая мой баланс, я, конечно же, могу очень жирно тут играть. Причем, если даже начинать с 1500, да, смотрите, как просто все выглядит. Вообще, ну, абсолютно, то есть три ставки, да, как я и говорил, стратегия, она должна работать. Три ставки, я не боюсь проиграть. И теперь делаю вторую ставку. Три ставки. Раз, два, три. И забрал. Вот так вот все это выглядит. И опускаюсь. Это с таким балансом. Учитывая то, сколько вам приходит, вот пятерка, я сразу говорю, заходите на всю котлету. Заходите полностью на все средства, которые у вас есть. Вот, допустим, у вас приходит, сейчас, секунду, вот у вас приходит 5. Давайте начнем сначала, так чтобы было понятно. Так, да, у вас приходит пятерка. Я уже не запутался в этих приложениях. Столько крана, столько всего. Вот у вас приходит пятерка, да, допустим. Вот так вот у вас приходит. Грубо говоря, у каждого там свободных 10 часов точно в день есть, вы можете себе это позволить. Можете, это 10 возможностей. Вы можете на это неделю потратить, там 2 недели. Вот смотрите, вот у вас пятерка, поехали. Раз, два, три, четыре. Все. Вы выиграли 22 тысячи. Ну, можете там еще рискнуть. Ну, я сейчас нажму, но ну, тоже еще раз выиграл. 32. У вас пришла пятерка, вы выиграли 32. Все, теперь тормозите. Теперь начинайте играть по маленькой ставке. Да, я понимаю, много времени на это уйдет. Много. Но каждый час вам еще будет приходить пятерка. То есть плюс пятерка, плюс пятерка. В конечном итоге вы сможете играть по 200, по 400. И абсолютно не бояться того, что вы там... Вот, я сейчас сделал ставку, но это не означает, что я ее проиграл. Вся эта ставка ушла сейчас вот сюда, в мой опыт. То есть сейчас эта ставка прибавилась вот сюда, вот 914, да, а было там, получается, 514. Так что не бойтесь, постарайтесь разогнать свой депозит. Вот как на Форексе, да, говорят, разгоняйте депозит. Да, потратьте неделю. Неделя это получается 100 возможностей. Из 100 возможностей у вас точно появится возможность вырвать хороший куш, как бы, как его назвать, стартовый депозит, да, можно так сказать. И потом уже легко двигаться понемногу, по чуть-чуть. Вот смотрите, 3 недели, и за 3 недели я дошел до уровня бронза. То есть вместо 5 TRX приходит 20 тысяч TRX. Это означает, что даже если я буду двигаться по такой же схеме, как и вы, да, вот умножать, рисковать, да, проходя 4-5 линий. Вот давайте сейчас проверим, как это выглядит. А это выглядит вот так. Сейчас я двадцатку сюда поставлю. Так, 0, 20. Не, 2, да, получается. 2. 2. Вот так вот, 20. Вот, грубо говоря, мне приходит 20. Поехали. Вот что я смогу с этого наиграть вообще? Ну, блин, дальше сложнее, конечно. Вот, проиграл. Ну, ничего. Я сейчас... Просто хочется сейчас пройти 5 ступеней. Блин, вам не по прямой были, да? Так, блин. Уже иду по принципу... 4. И вот пятое. Получится? Получится. Вот смотрите. То есть, грубо говоря, вот в день мне будет приходить 20 тысяч.
И с одной ставки за 1 час я могу поднимать вот 130. Могу дальше рисковать, вот могу там еще нажать, вот уже 1,8. Все, забрал. Это то, что мне приходит в день. И с этим оборотом я теперь могу играться как хочу. Просто, блин, как хочу. Увеличивать, уменьшать. Учитывая то, что каждый раз 20, еще раз, каждый час, вернее, еще раз приходит. Обратите на это внимание. Просто поймите, как работает эта схема. Будете в шоке. Вы прозреете. Вы не будете вот вылипать отсюда. Вы захотите, чтобы все ваши друзья играли здесь. Чтобы все реферальные ссылки были у ваших друзей. Они поймут, что они так же быстро могут двигаться, как и вы. Ну вот смотрите, вот сейчас на счету 100 TRX. Да, согласен, это немного, это 8 долларов. Так это буквально за 4 часа. Ну, в чем проблема? Играйте, развивайтесь. Ну вот в совокупности, да, я сегодня просто закусился. Я, блин, у меня цель вот там достигнуть определенных результатов. И я за день практически вот прошел один уровень. Так и вы можете так сделать. Даже больше можете сделать. Просто было бы желание. Вот вы тратите время на ерунду. Ну смотрите, вот давайте посмотрим так. Хорошо. Пусть выглядит все по-другому. Вообще нулево, да? Но в конечном итоге я дойду до уровня мастер. Это будет 33x. Хорошо. Давайте так. Давайте так. Вот калькулятор. Лайткоин. Трон. Поехали. Вот мне будет приходить в час 30 трона. 2 доллара 7 центов. Как вы думаете, я буду спать ночью? То есть в сутках 24 часа. И захочу 24 раза забрать 2 доллара. Да, блядь, конечно, захочу. Не знаю, я найду человека, блядь, который, там, не знаю, за 50 центов в час, блядь, будет снимать. Я буду получать полтора, а он будет получать 50 центов в час за то, что просто, блядь, каждый час нажимает и все. И приносит мне прибыль. Ну, это просто удивительно. Обратите на это внимание. Это уникальный шанс сейчас войти в проект. Причем выводит он, сейчас посмотрим, кстати, на выплаты. Что тут произошло? Так, еще ожидается. Ну, ожидается, ожидается. Отчет я обязательно скину. В общем, всем удачи, всем пока. Двигайтесь, развивайтесь. Подключайтесь к команде, кому нужен сайт, сделаю.